Молодые ученые, эксперты, предприниматели и чиновники из стран одного пояса и одного пути. Всего более 160 человек прибыли в Пекин на молодежный форум «Шелковый путь», организованный университетом Цинхуа. Участники мероприятия обсудили перспективы и способы привлечь молодежь к совместной реализации проектов глобальной инициативы. В честь 10-й годовщины «Одного пояса и одного пути» на форуме представили доклад о положении молодежи на рынке труда. Авторы документа отметили, что необходимо выстраивать сотрудничество молодых людей из стран нового «Шелкового пути» на основе идеи о единой судьбе человечества.